Поведение на ЖД путях – важная тема для изучения в любом возрасте. К сожалению, многие пренебрегают правилами безопасности и ставят под угрозу свою собственную жизнь. Согласно данным, в ноябре текущего года в Московской области на железнодорожных путях погибло уже 15 человек. В Химкинской гимназии номер 23 провели лекцию, посвященную этой важной теме. Подскажите, через железную дорогу кто-то бегал когда-нибудь? Нет. Через железнодорожные пути никто не бегал? Нет. Мы просто вот сейчас обследовали территорию, я смотрю, тут у вас находится переход через железную дорогу подземный. На лекции затронули и актуальную тему зацеперов. В последнее время увеличилось количество летальных исходов у любителей покататься на крышах электротранспорта. И цифра только растет. Еще бывают вот такие непослушные дети, которые называются зацеперы. Ты слышал про них, которые цепляются, на поезде катаются? Подобные образовательные мероприятия для школьников, посвященные вопросам безопасности, проводят в Химках регулярно. По поручению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области все муниципалитеты, в том числе и городской округ Химки, ежемесячно проводят лекции в школе на тему «Сохрани себе жизнь». Сегодня я рассказал детям о том, как правильно пользоваться железнодорожной инфраструктурой, об опасностях нахождения на ЖД инфраструктуре в неположенном месте и о том, что это может привести к смертельным последствиям. Соблюдение правил безопасности на дорогах и железнодорожных путях необходимо для сохранения жизни и здоровья. Чтобы не подвергать риску себя и своих близких, необходимо пользоваться только оборудованными переходами. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.